Да, всем привет. Я все еще не определился. Я беру двух блокеров или я беру мага, как бы маг-блокер девочка. Маг-блокер девочка. Или блокер-блокер взятка. Я до сих пор в раздумьях. Вопрос сложный. Все-таки думаю, под мой стиль лучше подойдет блокер-блокер взятка. Ну, спайдер, тем более две неглы. Да, всем привет. Ну и давайте сливаться потихоньку. Я бы, как говорится, ставил бы на спайдера конкретно в этой игре. Я так думаю. С Зершнаком было много мыслей, но решили по старинке. Без изврата. Ну, нам надо гасить волков. Нам надо гасить флэш-голема без... ну, флэш-голема с неглой. В общем, у нас довольно простые, не очень сложные планы. У нас есть какая-то стратегия, мы ее придерживаемся. Я решил, что не буду отказываться от позиционки в этой игре. Маг это хорошо. Маг это хорошо. Но я решил, что все-таки... Я верю в то, что я позиционно играю лучше. А разница в командах не настолько критична, чтобы я боялся спайдера. Ну вот что я думаю. Не знаю, как оно получится на практике. Может быть, я глубоко не прав, и меня сейчас будут за это как бы наказывать по КД. Ну вот. В общем, это был неочевидный выбор. Посмотрим, что получится. Погодка не очень хорошая. И винтик не очень хороший. Да, что-то и лос пока как-то нерадостный. Корицей в воздухе чем-то уже запахло. Ну, пяточку мы убрали. Как говорится, допустим.
А ручки вот они. Так. Мы, наверное, здесь и остаемся. Это хорошо. Теперь у нас начался гордовый паритет. В том плане, что у меня 4 горда и у Спайдера 4 горда. Это хорошо. Это мы берем. Ставочки будут. Ну, пока Спайдер думает. Наверное, можно. Пять минут, я думаю, вам хватит. Пока ничего не произошло. Я немного не понял расстановку. Я думал, будет немного другой заезд. Ставьте на Спайдера, не ошибетесь. Ладно, нулевой табурет получил. Да это ставки на Твиче, швед, на баллы канала, которые можно потратить примерно ни на что. Старая твичевская забава. Расслабься. Два гильных волка очень хорошо в позиционке. У них просто другие цели. You underestimate the power of 4 агильных, 4 4-агильных мобильных игрока. У него, считай, 4 эльфа в тиме некромантов. Хорошо ли иметь 4 этих? Не пробил. Не удалился. Ну, в принципе, нас устраивает. Немного не то, что мы хотели, но, видимо, то, что мы заслужили. Ставьте на Спайдера, господи. Не ошибетесь.
Это очень плохой непробой. Жаль, здесь надо было валить, конечно. Да надо ставить на спайдера, у спайдера Тима лучше просто. Вот будь у меня два целых табурета и маг, я бы сказал, что надо ставить на меня. А с двумя лонерными табуретами я, так сказать, не могу. Ну, доджи, чё. Ребята, человек играет в полуфинале рубла, значит, что-то умеет. Можете, конечно, повонять, но спайдера достаточная квалификация, чтобы доставить мне проблемы. И даже выиграть. У меня вообще серия игр со спайдером в рубле довольно отрицательная. Но это я так, как бы, плотно держу в курсе. Спасибо черепу за терпеж. Уж череп не втерпеж. Правда, спайдер как-то очень аккуратно управляет волчиками и всякой мерзостью. Ну ладно. Ну этого я тоже что-то пока не очень понимаю. Так. Ну, что мы будем бить, фалить, примерно уже понятно. Зомбю надо бы поднять, наверное, чтобы не облегчать мне игру. Спасибо. Очень важно было не пробиться. Не пробиться хотелось. Ну, тогда там можно уже и не поднимать. Чё? Ну, тут, конечно, хотелось дать пробой, но, допустим. Какая отвратительная дабла. Какая отвратительная дабла. Не буду рисковать. Можно, конечно, кинуть ГФИ, но если я пробьюсь, то будет не очень здорово. Ладно, пока забьем. Жалко, конечно, досадно, но ладно. У нас два пробоя выпало, это много. Нет, я не знаю, кто это. Тут уже кто-то в чате писал, я не в курсе. Привет, Метанол.
Я последнее время, последние полторы-две недели не особо следил за Ландером. Ну, видимо, это будет блиц без... Так, ладно, это, видимо, пока не блиц. Нашел кубик. Ладно. Это у нас гард ведь? Нет, это не гард лежит такие. Он опять хочет фалить. Он, правда, под это подставляет флеш голема. Ну, ладненько. Ну, табурета мы, если что, готовы лечить. Не подводит гулю под ассист. Спасибо. Это не пробой, это хорошо. Так. Ну, наши планы понятны. Через ход пора будет бежать вперед. В общем, если бы не добла в прошлом ходе ранее, я бы сыграл по-другому. И я бы, наверное, блицевал бы волка, не давал тот блиц, который дал по итогу. Но как бы... К сожалению, никакого выбора мне не оставили. Но мы сыграем довольно организованно, я так думаю. Спайдер все-таки пока нам дает двигаться вперед. Мы это берем. Жаль. Отвратительно. Ну пока спайдер дает. Главное, что пока спайдер дает. Это мы поднимаем. Это мы поднимаем. Начинаем с вот этого удара, чтобы освободить зону. Это хотелось повалить. Какой хороший ласковый пробой. Ну тогда фалим вот это. Оно фалить нужнее. Зря отпустил этот косяк. Вот от отпускания фала было ошибкой, это точно. Потому что при отпускании, как бы, после удара вот здесь, у меня он не может сесть сразу на нескольких игроков флеш-големом. Вот это плохой размен. А, короче, здесь я встаю, даже если он это, я просто фалю. То есть у меня на выбор было «делай, что хочешь». Фали то, фали это, бей туда, топчи сюда. То есть мне дали полный карт-бланш, и я был к нему готов. То есть мне не понравилась игра спайдера, но как бы, окей. С учетом того, что у спайдера уже как бы минус 2 гарда, и пробился неглованный флеш-голем, ему уже драться становится тяжеловато. То есть даже я со своей пососа-дракой, в принципе, в норм положении. Я не знаю, для кого что ожидаемо, ребята. Для меня пока ничего особо не ожидаемо.
как я и сказал, отношусь к Спайдеру уважительно и напряженно. Ну, он хочет пофалить, ударить корову Клавсой, это понятно. Там, правда, если он с первого раза не повалит, будет уезд неприятный. Хорошо. Ну, это понятно, но мне кажется, спорновато, что ли. Я не уверен, что это та игра, которую стоило делать. Имх, конечно. Здесь счет Спайдер немножко, по-моему, это... ёбу дал. Ну, этот удар мне понятен. Так. Сетапим фол заранее. Оно без регена, поэтому бьем гулю. Ну, можно было ее, наверное, и сложить, я думаю. Ну ладно. Теперь стало немножко неприятно. Да, я рискну. Он не глованный, шанс хороший. И я просто табуретом перекроюсь. Это было жадновато слегка, но получилось. Привет, Бас Фанни. Я решил, что как бы пробой с пяткой, а там еще... Как бы еще не гла, это размен в пользу Virtus Pro. Ну а теперь все, идем на гол. Как бы закончили упражнение, теперь идем на гол. Мы дали пока только одну травму, но в принципе меня это устраивает. Как бы пока все складывается довольно удачно, мне кажется. Проснется, господи, там будет два поднятия. Ну, то есть, Спайдер меня уже не остановит, я уже забью. Это, скажем так, похоже на правду. Да, он плохо посчитал клетки волчиком, конечно. Ну, 3 плюс первым мувом мне, конечно, не нравится. Это спорный мув. Я понимаю, что это мув ради жадности, но, как бы... Как сказал бы Властимил Петаржелло, так не можно. По индусам я взял двух табуретов и взятку. Отлично. Да просто стоит ли поднимать
Стоит ли поднимать вот этого горда? Ну, как бы... У тебя реро... У тебя нету взятки! Чё это? Лол! Я, наверное, что-то не понимаю, но как бы окей. Это плей-офф рубла, ну... Жёстко, ну... Можно, наверное, назвать словом жёстко, я не знаю. Увлёкся, ну, ясно. Ну, я, как это правильнее сказать-то... Ну, осуждаю, не одобряю. На мой взгляд, это было что-то, как бы сказать, аккуратно. Это было лишнее. Чисто на мой глубоко непрофессиональный взгляд, это было лишнее. Ну уж меня извините. Просто если сейчас было бы удаление, я смутно догадываюсь, что Спайдеру было бы очень невесело играть второй тайм. Но это было, конечно, как бы странно. Я так аккуратно скажу. Знаете, как это называют у буржуев? Play of Nervous. Вот. Вот это было очень похоже на Play-off Nervous. Чист на мой смутный взгляд. Я не знаю, как вы там это ощущаете, но на мой взгляд это был чистый Play-off Nervous. Хотя, конечно, на мой взгляд, Спайдер, ну, не потратит рерол. Он типа верит в Антерн, ребята. Он как бы верит в Антерн. Мышка так дернулась, классно. Арерольчик спас его тут. Если бы еще один гард бы сейчас откис, было бы очень хорошо. Я так аккуратно скажу, Спайдер удивил. Аккуратно так, очень аккуратно скажу. Спайдер удивил. Ну, а ведь все три колокола встали.
Ну, не знаю, Ситар. Это его укололо адреналином, мне это вызвало недоумение. Я разве что прокликал, чтобы посмотреть, это будет удаление или не удаление. Простит ББ или не простит. Я бы, конечно, я такие мувы просто не оцениваю. Не знаю, мне такие вещи не нравятся. Я бы еще с учетом погоды не был бы уверен насчет Вантерна, но как бы посмотрим. Мне вообще пока не очень понравилось, что Спайдер отдал атаку. Что Спайдер, мягко говоря, плохо отыграл драйв. Ну, мне так кажется. И вот этот вот фол. Просто если было бы удаление, это был бы очень смешной клип для Твича. Не, не всегда. Я как-то случайно пофалил, не заметив, что там игрок лежит. Я кликнул туда побежать. Меня удалили, терновнуло, и было очень неприятно. Так что нет, ребят, не всегда. Ну, Спайдер отдал атаку, потому что, во-первых, рассчитывал на какие-то ивенты. Рассчитывал на дефовую игру от Фала и что-нибудь еще такое. То есть там, наверное, были какие-то идеи. Они просто не сбылись, такое бывает. План наверняка какой-то был. Была какая-то стратегия, он ее придерживался. Но в любом случае, первый тайм можно записать в актив, потому что... гол я забил, значит... гард один выбил. Нормально. Спайдер показал экстра мув. Странный. В общем, наполненный событиями тайм. Я сегодня понял, что у меня хорошая волна, ребят. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Я сегодня закинул в Геншин свои роллы. Есть сайт Геншин Мое, который показывает твою удачу. На нем тысячи, сотни тысяч игроков кидают свои роллы, а сайт подсчитывает твою удачу на фоне всех, кто есть в игре. Вот. И там прям так все здорово получилось. Мы хотим волчика ударить, наверное. Сейчас я расскажу, когда делаю ход. Ну, если бы добили, было бы совсем здорово, но нормально. Значит, смотрите, там есть три параметра. Выигранные 50-50. Это, видимо, что-то связанное с шансом поймать четверочку. Моя удача... моя неудача. Неудача. В топ 7%. То есть 93% пользователей удачливее меня. Удача пятизвездочных персонажей 5%. То есть 95% людей удачливее меня. И удача 4+, конечно, такая, не такая показательная. Там целых 27%, то есть всего лишь 73% людей удачливее меня. А, понятно, спасибо, вагон. Ну, короче, я Найс, удачливый парень. Если еще учесть, что я на четверках умудрился уже... на четверках я умудрился уже два раза или даже три раза поймать дубль фишель, то вообще класс. Так, а тут есть какое-то проталкивание, что ли?
Блин, я что, плохо встал? Я думал, он не будет толкать уже, я встал с Ивова. Ладно. Ладно, молодец, Спайдер. Толчок, толчок есть. Надо было под меч вставать. Я не доиграл. Сейчас забьет Вантерн, будет справедливо. Там, правда, придется, короче, очень много кубов кинуть. Ему еще клетку надо как-то толкнуть, да, вот так вот. О, нормально, это будет пас в зачетку. Ну да, 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 у меня фишель была пятизвездочная, я поверх еще набил два раза дубль. И три, один раз просто. Ладно, я плохо сыграл. Сейчас буду наказан. Давай, Спайдер. Надо было под мяч встать все-таки. Я не стал вставать под мяч. Так я понял, зачем в зачетку, если он тут кинет? Ну, это справедливо. Я закосячил. Плохая игра от меня. Молодец, Спайдер. Это хороший гол. Я сам виноват. Все, чатик, я забываю о вас. Надо играть. Кажется, лузец себе привез. Не стал вставать СФами, не стал это. Плохо сыграл. Я расслабился. Мой косяк. Сейчас теперь надо вылезать из жоп сатаны после этого. Ой, Саш, ты даунич, конечно. Стыдно, плохо сыграл. Пайдер молодец. Еще и без Ирола забил. Да, блиц. Я виноват. Не блиц на руку сыграл, я плохо сыграл. Я пожался подставлять игроков. Это мой косяк. Чисто просто плохо сыграно. Ну, две недели в ББ не играл, чувствуется. Мой косяк абсолютно. Вообще некого поругать. Просто плохо сыграно. Но я не хотел получать склавсы, поэтому не встал, а надо было вставать. Это моя ошибка. Я просто плохо сыграл. Я засал и не поверил. Я не поверил, что он пойдет на авантюрный, и получил за это по полной. Полную варежку. Мой косяк. Да я сам виноват. Ну, плохо сыграл просто. Нечего добавить. Ну, блиц, надо было в сайдстеп собаку, понятно. Я говорю, я встал, чтобы не подставляться. Я раздал удары, зажал пятку и просто раздал так, чтобы не подставляться. Это мой косяк. Тут как бы не убавить, не прибавить. Просто плохо сыграно, точка. Теперь надо играть хорошо. Ну, ребята, блиц пока, как бы выразиться помягче, не то чтобы дает что-то прям невероятное. Блиц еще надо реализовать. Привет, Ридбердозен. Был бы кик куда-нибудь на край, это был бы один разговор. А так как кик... Ну, скатер, правда, хороший, потому что... Он там, конечно, волком может поехать, но не очень удобно. Как бы пока еще ничего сверхъестественного не случилось. Ну, я плохо сыграл. Что тут? Все, на этом пока можно забыть все. Сейчас еще в корову можно пробовать дать кубы. Но там вопрос теперь, видимо, в реролах на доп-время.
Ну, посмотрим, короче. Сложный матч в любом случае. Два блица подряд, это, конечно, просто халява для даунищей, но как бы окей. Опять же говорю, я не очень, в любом случае. Спайдер как-то агрессивно бьет. Да, может. Ну а что, надо было не реализовать блиц, надо было реализовать. Ну то есть, как бы, в любом случае, блиц надо было пытаться прокинуть, потому что он выгоден. Удар без блока до разруливания мяча. Ну, допустим. Мне не совсем понравился этот мув. Ладно, я уже привез Вантерн, так что какие ко мне вопросы? Ему еще, правда, надо подумать, как мяч прикрыть. Извините за зумы, но я немножко волнуюсь, видимо. Это нервное. Ну, это правильный жадный блиц. Естественно, шестерочка первым ударом. Ну, спасибо, что не это. Будет фалить, видимо, раз встает на клетку ниже. Ладно, посмотрим. Я вижу парочку хороших ходов, но тут еще игры вагон. Мячик прикрывает. Окей. Ну, плохо сыграл. Не знаю, мне так стыдно, что я плохо сыграл теперь. Просто... Ну, чё тут бояться? Тут все прикрыто. Вот это мне не нравится. Тебе же надо как бы... Ладно. Я не понимаю, что делает Спайдер. Типа додж закрытие или что? Ну, это как-то, допустим. Ну, это сложный врыв в мяч. Неожиданно. Не, так стоим, так стоим. Пока у меня пробит корова, я далеко бегать не могу.
Ну, шара залетела. Два блица, шара. Вот будет стыдоба проиграть это. Это же вкладка закат. Ну так, окей. Ну пусть делает вкладку закат. Я бью и догоняю его. Играю на этот. Играем на ничью доп время. Он уже рерол потратил. Только для вкладки заката надо как бы прокинуть энное количество ударов. Мне такая закатка не очень нравится. Закатка без прикрытия с коровой, которая может прокинуть 3 ГФИ и догнать. То есть для того, чтобы уйти в полный закат, там надо было довольно некисло покидать в ответ. В общем, довольно спорная загадка, на мой взгляд. Этого мува я не понял. Типа, кинуть два раза даджи, что ли? Ради забегания? Ну, как-то... Типа, тут мимо такла надо кинуть все. Спиритолог, хватит. В любом случае, Спайдер играет лучше тебя, а хватит твой хуй сесть. Пока единственный, кто прям реально сыграл хуй рыгу, так это я. Когда дал вантерн. Я, правда, врать не буду, глядя на то, что сейчас делает Спайдер, у меня как-то пока слабое понимание. Я не очень понимаю, что он делает. Наверняка у него есть какой-то план. Ну, мог и упасть, конечно. Ну так, у нас есть какие-то кубы в мяч, типа. Очень неприятный пробой. Очень неприятно. Сколько шара залетело. Это не то, что мы хотим, но, видимо, то, что мы заслуживаем. Это мы поднимаем, у нас, к сожалению, никакого выбора нет. Не кидаем пока ГФИ, просто держим то, что можем подержать. Это мы поднимаем. К сожалению, кубики в мячик немножко пропали. Нам бы пробой сюда. Я считаю, что мы довольно неплохо встали. Даже если Спайдер забьет, в этом уже нет стопроцентной уверенности. У него остался один рерол, у него не очень хорошее положение. Не хватило только пробития волка для полного счастья. Мне кажется, этот ход был сыгран не так хуерыжно, как я отыграл защиту от Вантерна. Ну ладно. Мне стало чуть менее стыдно. Будем считать, что у меня тоже плей-офф нервис. Не, ну не знаю, Швед, если я допустил ошибку, меня это будет долго коробить. Все, что не идеально сыграно, а это была явная ошибка из-за детской боязни травм, это стыдно. Здесь даже вопросов как-то нет.
Ну, я постарался поставить спайдера максимально сложно. Жалко, что у нас СФчик пробился. Если бы он стоял, вообще позиция была бы сказка. Но в целом я хорошо стою. По крайней мере, мне нравится, как я стою. А это бывает не очень часто. Не еще понимаю, ну ладно. Волк поедет в 1D, а потом в 2, видимо, да? Может, бы он, наверное, отпустить, чтобы он кидал додж не 3+. Ну ладно. Жаль, повалил с первого удара. Вопрос только, куда он теперь гордом встанет. Ну, лонера нам не жалко. Пока что-то там туда-сюда. Так, а мяч? Где-то должна быть клетка, видимо, построена, но я пока не вижу. Пробой, неприятно. Он собирается оббегать, что ли? Или что? Подождите, я не понимаю. Стоп, я не понимаю. Он типа сюда уйдет, что ли? Ну, ясно. Не, ну гол на похер тяжело. Там сложные доджи. Как же такл играет в этой игре? Как же играет такл в этой игре? Ну, это правильный ход. Надо гордом доджить. Даже без РР, видимо. Задоджил. Ну, спайдер сейчас много кинул, конечно, за этот ход. Рерол, правда, потратил по итогу, но... Ну, окей. Ну, рано или поздно он должен был что-то не кинуть. Рано или поздно он должен был что-то не кинуть. Это не глам. Окей. Окей. Жалко, что мы не пробили обоих гулей, но окей. Теперь желательно все-таки попытаться не пропустить. Это самая сложная задача. Потому что сейчас надо уже не пропускать. Раз мы затянули его атаку. Да, он дал додж простой. Это правда. Но там опять единичка была на додже. Но я заставляю его много доджить. То есть рано или поздно это должно было сыграть. Я надеюсь.
Рано или поздно эти вещи должны играть. Волчик освободил. Но это волчик без... Без этого. Надеюсь, что святой Блодж спасет. Тьфу-тьфу-тьфу. Блять, ну конечно спас. Чекай, Саш. И, естественно, блять, пробой. Господи, ну, спайдер, конечно, лакернул. Ладно. Теперь мы в говне. Одна шара залетела супер вовремя. И это без арера. Это удар без блока. Это блодж. Как бы хуже не придумать. Но, окей. Спасибо, Бладбол. Рот твой туда-сюда. Это было отвратительно, конечно. Очень сильно спайдеру повезло. Очень сильно повезло спайдеру. Даже не описать словами насколько. И снова спайдеру невероятно завезло. Ладно. Блять, можно немножко поменьше спайдеру завозить? Ну, просто так, для проформы. Блять, ну серьезно! Каждый ебаный куб говна, ну вы издеваетесь. Это пиздец. Отлично. Взятка уходит, но это хорошо. Да ёб твою мать-то, гномью! Ладно. Спайдер будет сталить, но сталить без рерола, посмотрим. У нас сейчас будет ситуация, что у него на мече будет, видимо, 4 игрока. 5, ну 5, наверное. У меня будет, видимо, тоже 5. Но это булки с БТ. Но я бы не хотел доводить дело до трехходовки. Я не уверен, что я забью трехходовку в этой ситуации. С другой стороны, у него нет рерола, и вопрос, как бы, а стоит ли рисковать. Вопрос сложный. Ясно. Очень хорошо. Ясно, еще не ясно, ребята. Еще не ясно. Заранее. Стоим. Теперь нам надо подвигать нужных игроков.
Видимо, тебя мы держим. Да, мы даем здесь халявный удар, но мы это переживем. Фух! Ну, теперь у Спайдера есть 1D в мяч. А нам надо за 3 хода добежать до его зачетки. Может быть, даже нам придется использовать древнюю тактику под названием «Вкладка закат». Не очень люблю это древнее знание, но не то чтобы у нас много выбора. Но он еще может найти двойку-шестерку с ловлей, и у нас будут проблемы. Посмотрим. Напомню еще об АБТшке в центре. Погода очень сильно против нас. Ну, это отвратительные кубы. Нам лучше, чтобы он закатил под такл. Ну, скаттер, он сейчас будет кидать додж-подбор. Два доджа. Монетка кто атакует, да. Надо немножко подумать. Я очень не хочу рисковать в этой ситуации. Это не те кубы, что мы хотим. Видимо, те, что мы заслуживаем. Мы готовы это реролить. Он, кстати, левел ап взял. Забавно. Плюс мув будет играть, который мне когда-то посоветовал Колян. Плюс мувный Колямба. Жалко, что мы не повалили вот эту мразь. У меня был еще план, чтобы вытолкнуть лежачего волка за поле, но не получилось. Не получилось. А чё голема в 1D не ударил? Ну, потому что смысла нет. Ну это дайсинг. Да, ну, животное сделало все. Кажется, я в первый раз вышел в финал рубла.
похоже на то. Плоб, я не знаю, меня до сих пор коробит с конца первого тайма. Ненавижу себя. Я теперь, блядь, этот розыгрыш буду вспоминать неделю, наверное, если не меньше. Я сейчас не буду радоваться, я буду сидеть и думать, блядь, ну как можно было дать вантерн? Господи. Говноед я. Ну, надо понимать, что я как бы вынуждал спайдера кидать так все кубики. То есть тут как бы... Все относительно логично. Но мне повезло пару раз. Пару раз не повезло, пару раз повезло. Молодец, спайдер. Я уважаю решение этого фала. Это правильный фол. А мне надо, блин, все-таки попытаться кое-что сейчас сделать. Кое-что грешноватое, но осмысленное. Еще рано, ребята, я сейчас могу кинуть даблу. Мне нужно попытаться набить левелап сюда. Этот левелап будет играть просто. Гордость сей нации поднял свой флаг. Саша говноед, блять, против вантерна встать не может. Все, можете меня хуесосить этим до конца жизни. Плохо сыграл. Да плохо. ГЦ-ка, я все остальное отыграл хорошо, но конкретно это было очень плохо. Опыт лег. А, нормально качнули по итогу. Найс. Арморчик что-то не особо держал, но все остальное ок. Ну, спайдера, правда, кубы на травму ужасные. Даджи тоже не очень. Мех. Ну, ГГ, конечно, ну, понимаете, нет удовлетворения, потому что хуйню сыграл. Не то, что я могу сказать, понимаете, в чем дело? Это выглядело как битва двух инвалидов. Просто спайдер, на мой взгляд, отыграл еще хуже. А, спайдер, грубо говоря, получилось так, что единственный раз, когда я очень плохо сыграл, спайдер сыграл очень хорошо. Из-за этого у меня смешанные чувства.